Зимний чемпионат Сарова по легкой атлетике прошел в легкоатлетическом манеже юниора. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 300 или 1000 метров. Дополнительно дали старты для детей на 30 и 300 метров. На зимнем чемпионате города по легкой атлетике собрались порядка 40 спортсменов. Среди них студенты с РФТИ и медколледжа, воспитанники спортивной школы ИКАР, представители МЧС, все желающие саровчане, а также сотрудники муниципальных организаций и предприятий. Роман Куликов, ведущий специалист департамента по делам молодежи и спорта, постоянный участник соревнований. Спортсмен старается участвовать в различных забегах. За год у Романа получается около 20 стартов. Роман предпочитает длинные дистанции, поэтому для себя выбрал максимальную дорожку – 1000 метров. Давно не бегал такую дистанцию, и я хочу проверить, насколько я бегаю. Потому что я больше бегаю на выносливость. Мне более привычна дистанция 10-12 километров. Это повелось со школы, всегда было интересно, хорошо получалось. Можно сказать, лучше бегал, кто в классе. Потом не закончил, еще от сорти бегал все время. И, соответственно, работаю. В спорткомплексе «Юниор» на старт чемпионата вышли и юные легкоатлеты до 18 лет, и ветераны спорта. Участники выбирали любую дистанцию на выбор – 30, 300 и 1000 метров. Зимний чемпионат Сарова по легкой атлетике также стал и отборочным этапом для чемпионата России среди спортсменов старше 35 лет, который пройдет 1-2 апреля в Пензе. Сезон только начинается, конечно, будут соревнования. У нас скоро будет открытие летнего сезона, посвященный памяти Кулукина, нашего тренера. Потом будут золотые купола «Арзамас», это выездные соревнования. Ну, так городские соревнования у нас достаточно проходят на стадионе «Икаре». Чемпионат города по легкой атлетике проходит уже более 30 лет. Кроме зимнего забега, есть еще и летний турнир на стадионе «Икар», на котором спортсмены подводят свои итоги сезона. Такие легкоатлетические старты – хорошая возможность бросить себе вызов, показать, на что способен, поставить цели и задачи на будущее. По обстоятельствам ходил раньше на плавание, пришлось перейти в атлетику. Спорт очень понравился, поэтому и остался. Призер области, чемпион, призер ПФО на эстафете на 400 метров, участник всероссийских соревнований. Моя цель, естественно, это победить и для себя результат улучшить на дистанции своей. Своего же удовольствия, скажем. После забегов прошло торжественное награждение призеров и победителей легкоатлетического чемпионата. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24. Первый день муниципального этапа областных соревнований по военно-спортивной игре «Зорница» прошел на Икаре. Школьники соревновались в тактической игре на местности, а в течение следующих двух дней участникам предстояло пройти еще несколько военных и спортивных дисциплин. Туризм, полоса препятствий, огневая и строевая подготовка, медицина, силовая гимнастика, бег на короткие и длинные дистанции, а также теоретическая часть. Все это в программе муниципального этапа областных соревнований по военно-спортивной игре «Зорница-2023», который проходит в Сарове в течение трех дней. В городском этапе участвовали сборные команды школьников. Первый день соревнований прошел на открытом воздухе на территории Кара. Команды выполняли задания в тактической игре на местности. Ребятам предстоит показать свое мастерство атаке переднего края противника, прохождению зараженного участка местности, прохождение минного заграждения, медицинская подготовка, перевязывают они пострадавшего, совершение марш-броска. В «Зорнице» участвовали ребята разных возрастов. Самые юные – дети до 11 лет, а самым старшим участникам соревнований – 16-17 лет. Все станции тактической игры участники должны были пройти за максимально короткое время. Каждой школьной команде давали индивидуальный старт. Шли в боевом охранении, преодолели минное поле, зону заражения, перебежками вперед на огневой рубеж. Тащили раненого на носилках. Готовились мы упорно, занимались. По выходным часто ходили в школу. Все благодаря нашему учителю. Хочу сказать ему большое спасибо Александру Александровичу. Пока мальчики преодолевали условные опасные участки местности, девочки на пункте медицинской помощи перевязывали раненого. После этого участники на носилках доставляли пострадавшего до финиша безопасной зоны боевых действий. Каждый день почти были на ОБЖ благодаря нашему Сан Санычу. Это наш учитель. Он очень хороший. Он нас подготовил.
как папа на войну. Полезно вам было сегодня? Да. Наш учитель, он и ругал нас, и смеялся с нами, и шутил. Все он для нас сделал. Получается, вы сегодня были как медсестры? Да. Да, очень понравилось. Очень позитивно и очень пригодится в жизни. Зорница позволяет ребятам пройти допризывную военную подготовку, на практике научиться основным навыкам и приемам, которые могут пригодиться не только во время военного положения, но и в экстремальных ситуациях. Поэтому такие областные соревнования объединяют как девочек, так и мальчиков разного возраста. Некоторые школы очень серьезно относятся к этому, начинают заниматься, грубо говоря, уже по окончанию этих соревнований, то есть в течение года даже не учебного, а именно календарного. Поэтому большое подспорье. И ребята, которые проходят здесь эти соревнования, в принципе, они основы начальной военной подготовки уже, получается, знают, и с этими знаниями потом идут, скажем так, на либо поступают в высшее военное учебное заведение, либо там службу по призыву. Лучшая школьная команда будет представлять Саров на дивизионном и областном этапах Зорницы. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24. Десять золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Саровские батутисты вновь вернулись с россыпью наград. В Арзамасе на областных соревнованиях спортсмены школы ИКАР выступили на акробатической дорожке и двойном мини-трампе в младшей, средней и старшей возрастной категории. Арина Николаева пришла в отделение прыжков на батуте, когда ей было всего 3 года. Сначала девочка занималась на батутах просто для удовольствия, а потом стала делать свои первые успехи и относиться к занятиям более серьезно. Сейчас у Арины уже 11 медалей. После выезда на областные соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в Арзамас спортсменка пополнила свои достижения еще одним золотом в программе первого разряда в дисциплине двойной мини-трамп. Ну, группа была 11-12 лет, там было 10 человек. Я победила, потому что у меня первая комбинация была тяжелая. Во время разминки было немного волнительно, а то там трамп был неудобный, сделаю я или нет. Мы здесь очень каждую тренировку сдавали комбинации. Вот. У меня часто не получалось, а там получилось. В ежегодных областных соревнованиях в Арзамасе, в которых участвуют саровские батутисты, в этот раз показали себя в основном младшие воспитанники спортивной школы ИКАР. Многие ребята выехали на областные состязания в первый раз и получили возможность сразиться с другими школами региона. В разных возрастных группах саровчане привезли 20 призовых мест, 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. В дисциплине акробатическая дорожка впервые попробовали себя 3 спортсмена. Все ребята попали в призеры. Я участвовала в 2 дисциплинах – двойной мини-трамп и акробатическая дорожка. Первый раз я выступала на акробатической дорожке, меня записал туда мой тренер. Я сосредоточился, подготовил комбинации и выполнил все хорошо. Со всеми соперниками сложно, потому что у кого-то, например, техника чище, у кого-то комбинации сложнее. Вот, но здесь тоже были такие достойные соперники, вот, но я сделала свои комбинации, заняла первое место. Но на тренировках бывали падения, вот, были такие травмы небольшие. Вот, но вставала, делала заново. Тренер отделения прыжков на батуте Александр Абакаров доволен достижениями воспитанников. Особенно он отметил тех ребят, которые выступили на соревнованиях в тех или иных дисциплинах в первый раз и сильно волновались, но смогли преодолеть себя и показать отличный результат. Сейчас удачно съездили. Мы лучше хоть показали так. Волновались, конечно, в первый раз. Были и падения, плакали дети маленькие, 10 лет особенно, первый раз кто поехал. Но в основном хорошо. Акробаты уже снова усердно тренируются. 29 апреля саровчане поедут в Нижний Новгород на областные соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24. Оформить карту болельщика можно полностью дистанционно. Сервис заработал 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно. Оформить карту удаленно можно 2 способами. С помощью загранпаспорта на 10 лет или с помощью биометрии из единой биометрической системы. Нужны подтвержденная учетная запись на госуслугах, действительный 10-летний загранпаспорт с чипом, смартфон с NFC-модулем, приложение госуслуги «Карта болельщика», а также приложение госуслуги «Биометрия» для подтверждения по биометрии. С 15 марта также доступно
подтверждение личности по биометрии через портал госуслуги с компьютера. Потребуется камера и микрофон. Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему есть возможность оформления карты в МФЦ.